Zeus – старшая модель в олимпийской линейке манипуляторов фирмы GAMDIAS. Это мышь с лазерным датчиком, множеством настраиваемых кнопок, системой регулировки веса и изменяемой в широких пределах формой. Мышь поставляется в крупной коробке сложной конструкции. Ее верх сделан откидным, чтобы манипулятор можно было рассмотреть во всей красе, не вскрывая упаковки. Для того, чтобы достать мышь из коробки, последнюю придется открыть по нижней стороне и вынуть из подставки, предварительно перерезав пластиковые крепежные стяжки. В комплект поставки входит мышь, инструкция, наклейки, постеры Zeus, картридж для неиспользуемых в манипуляторе грузиков, запасные тефлоновые накладки на нижнюю часть мыши, а также крошечный чехол для запчастей. После извлечения из коробки перед нами предстает типичная мышь-скелетон, по аналогии с часами с прозрачной задней крышкой. Костяк мыши составляет нерегулируемое по высоте длинное и узкое основание, на котором расположены кнопки, а на него уже крепятся боковые расширяющиеся панели, которые как раз и могут двигаться в стороны. Регуляция панелей достаточно свободная. Есть настройка для большого пальца правой руки, отдельная настройка для безымянного пальца и отдельное колесико для подстройки панели на мизинце. Кнопки мыши имеют маркировку Z1, Z8. Не маркированы только три стандартные клавиши. И при отображении в программе управления они легко идентифицируются. На середине левого края левой клавиши мыши имеется вывод светодиода, который может менять цвет в зависимости от предпочтений владельца. Спинка мыши имеет эмблему в виде треугольника с надписью Zeus, который светится приятным желтоватым светом. Колесико мыши покрыто чем-то типа soft-touch пластика. Оно полое и подсвечивается синим цветом. Для создания эффекта освещения рабочей поверхности спереди и сзади мыши имеется по паре красных неярких светодиодов. Впрочем, яркость их тоже может быть изменена. Регулировка веса мыши производится смещением задней и нижней части мыши, представляющей собой своего рода крышку, под которой лежат 5 грузиков по 4,5 грамма каждый. Кабель мыши имеет так называемый Military Grade стандарт, то есть является чрезвычайно прочным и устойчивым к истиранию, а контакты USB-коннектора покрыты золотом для исключения окисления.